Канун Дня города в Чебоксарах традиционно подводят итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство столицы. С некоторыми участниками зеленой акции познакомилась и наша съемочная группа. Владимир Чугунов – профессиональный строитель. Год назад решил направить свое ремесло в творческое русло. В умелых руках Владимира простая покрышка превращается в дикого лебедя или огненную жар-птицу. В этом году декоратор-любитель открыл для себя новый материал. Деревянные фигурки получаются ничуть не хуже металлических. Сделал домик, сделал это, мельницу и еще это, колодец. Но ради интереса для ребятишек, вот соседи, наши внуки тоже приходят играть. И это интерес для них, конечно, все вещи, но эти попробуют, как будто колодец воду набирает, и это пьют с кружкой, с кувшина там это, и домик как-то там домовой есть, и это, и они играют туда-сюда, таскают. Ну, для них, конечно, интерес. Еще хочу побольше сделать, чтобы для детей, чтобы настроение было больше и больше. В этом году в конкурсе участвуют 10 предприятий и 17 жителей столицы из разных частей города. На протяжении 2 дней конкурсная комиссия, в которую вошли представители районных отделов ЖКХ, оценивала работу претендентов на победу. У нас добавлена такая номинация, как «Лучшее благоустройство озеленения придомовой территории многоквартирного дома» в том числе. Вот. И вот эта сумма, выделяемая из бюджета города Чебоксары, будет пропорционально между этими направлениями поделена. Соответственно, будут по каждому направлению первое, второе, третье призовое место. Соответственно, первое призовое место будет 50% от этой суммы, распределенной пропорционально между направлениями. Второе место получает 30% от этой суммы, и третье место 20% соответственно. Сумма денежного награждения еще не определена, но по заверению Николая Магасева, обиженным не останется никто. На каждого участника будет выделено не менее 20 тысяч рублей. Имена лучших по традиции будут озвучены на праздновании Дня города. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.